Конечно. А, нас не пускают, не пойдем. Я рискую. Все не рвитесь. Всего. Пять человек. Конечно. Ты что, я сейчас через забор забегу. У тебя документы есть? Нет. Все равно больше 15. Есть. Приказ даже качает, заходит. У нас тет не получается. Тет только батальона. Так, а сколько людей? Вообще-то уже зайшло, с вами будет 5. Пожалуйста, пожалуйста, встреча. Все, поставьте. Вы заходите, выйдете? Командир, ну тогда хай командир иде. А я юрист. Хорошо, все. А я с командиром. Не, не, тільки не с фотоаппаратурой. Да вы что, как это? Не фотоаппаратура. Ну как же не снять? Как это не снять? Как же нельзя? Вы не имеете права вам сказать. Прессу нельзя не пускать. Маю право. Почему? Не-не-не, пресса не постанова. Здесь закон Украины. А здесь находится спецобъект. Мы не будем снимать. А мы не будем спецобъект снимать. Повышайте камеру и вы зайдете. Мы будем снимать разговор непосредственно людей. В кабинете. Камеру завышайте и вы зайдете. Барабат. Нам без камеры нельзя. Мы же без камеры не пресса. Зачем тогда камера? Зачем камера? На улице снимать. Мы не будем снимать объект, я вам обещаю. Я без камеры с камерами не запущу. Можете батарейки, пока они дойдут, до ты забрать от камеры. То есть вы отказываетесь пускать полностью прессу на разговор, правильно? Да, я отказываюсь. На каких основаниях вы отказываетесь? На представе наказу министра обороны. Все. По какому? Он не работает, я не буду снимать. Не-не-не-не. На. Вот так. Бля, вот прессу... Бля, ничего не получится. Вот нет, вот все. Прессу лишают свободы. Блин, у меня телефон сломан. Юль. Давай камеру, Юль. Юль. Зайди с телефона. Не сколько чего? Все, достаточно. Уже зашло, уже пишет, чем. То есть вы прессу вообще не пускаете? Взагалі. Дайте мне камеру, пожалуйста. Скажите, повторите. А прізвище назвіть своє, будь ласка. Назвіть, будь ласка, своє прізвище. Назвіть, будь ласка, своє прізвище. Преса потребує назвати ваше прізвище. На жаль, представники Міністерства оборони відмовилися назвати своє прізвище, не допускають повністю пресу, тому ми наразі не знаємо, що там будуть за переговори, які пропозиції будуть висунуті. Ми сподіваємося, що честь батальйону буде таки захищена, але, на жаль, представники навіть не представилися. А може скажете його прізвище? Це ваш керівник. Скажіть, будь ласка, прізвище. Не бийте мене, будь ласка, дверима. Я стою. Я стою не на території вашого установи. Я стою. Назвіть, будь ласка, вашого керівника, який дає вам накази. Як ви не знаєте вашого керівника? Ви не знаєте, як звуть вашого керівника? Працюють і не знають, як звати їх керівника. Хіба не підараси?